только один бог. Так что, в общем, можно считать, что для Рубина Крылесовета сейчас соперник неудобный. Дим, насколько это стоило вообще принимать во внимание перед сегодняшним матчем, и насколько такая вот политическая на стороне Рубина, но в последнее время действительно Крылья неплохо играют с казанской командой. Вообще в этом сезоне Крылья не назовешь удобным соперником ни для кого. Да, самарцы уже успели поураганить и даже на совсем высокие места эпизодами игроками, и вообще лимит на легионе. Понятно, что болельщик всегда живет какими-то, может быть, другими, иногда гипертрофированными. Это без сопротивления подача. Шанс для удара. Разыгран мяч.
стороны очень легко Абельгор, и Пруцев, набирая ход, играет на Сарвели, может быть, нет, Солдатенков на месте. Подставляет как бы помягче, куда уж мягче, Виджов. Есть определенный план. Ну, как правило, есть определенный план, в зависимости от национальной.